Всем привет! Давайте сегодня попробуем нарисовать зубастого крокодила. Будем рисовать его очень просто. Постараемся как можно проще, чтобы вы все смогли его нарисовать. Для начала я проведу тут такую линию, не толстую, просто чтобы она нам помогала нарисовать крокодила. Так, теперь я рисую, значит, вот его спинку. Вот так вот. На этой спинке у нас будут такие шипы, но для начала давайте нарисуем его голову. Вот тут вот один глазик пойдет и второй глазик пойдет. Потом у нас вот тут так пойдет его нос. Вот так вот. Такой длинный нос получился, смотрите. Вот тут такие вот ноздри его. И вот тут идет его первая челюсть такая вот. Верхняя. И вот здесь так сейчас мы нарисуем нижнюю. Чуть-чуть побольше или поменьше, пускай будет. Отлично. Вот здесь у нас будет первая ножка его такая. С тремя такими пальчиками. И вот тут у нас пойдет такой вот его животик. Отлично. Тут вот давайте вторая ножка какая-то тоже вот с тремя пальчиками. Крокодильчик почти нарисован. И вот тут пускай будет хвостик. Ход какой у нас длинный получился. Так, что можно нарисовать? Можно нарисовать ему брюшко вот тут. Надеюсь, вам видно. Потому что я потерял свой ластик-улыбастик. Вернее, Даня у меня его уже забрал, и он где-то улыбается. Так, вот тут так хвост. На спине нам нужно нарисовать правильно шипы. Такие давайте вот сделаем. 3, 4, 5. Можно даже до конца хвоста идти. Давайте вот так сделаем. А тут пускай хвост идет. Так, теперь рисуем глазки. Вот такие у нас глазки тут будут. И зрачки. Еще нам нужно рисовать зубки. Крокодиловые зубки. Которые тоже могут болеть, если он не будет за ними следить. Они будут вот, вот такие. Тоже такие острые довольно. Сразу нарисую вот так их. Крупнее, и мы их даже, наверное, обводить, ну, можно обвести, да. Вот простой крокодил. Так, где-то у меня черный такой тонкий есть, я их обведу сейчас вот так вот. Глазки можно обвести, закрасить. Так, нос, ноздри, опс, на зубы мы зашли немножко, вот так вот. Сейчас обведу толстым черным фломастером, и крокодил будет почти готов. Так, обводим хвост. У нас тут будет такой животик. Так. Вот так мы обведем. И у нас давайте тоже обведем. Рот. Давайте рот так обведу. Вот, смотрите. Вот такой крокодил у нас получился. Отлично. Теперь будем его закрашивать. Сейчас мне нужно найти зеленый мелок. Какого
золотой вообще. Есть такой светло-зеленый вообще. И вот таким. Давайте вот таким попробуем. Немного салата, конечно. Но сейчас мы вот затемним. Крокодилы – это рептилии, которые обитают в теплых водах. В общем-то, это пресноводные такие обитатели. Им нужна теплая вода, потому что они хладнокровные. То есть их тело не горячее, как у нас с вами. Когда температура окружающей среды понижается, они становятся не такими активными и впадают, можно сказать, в спячку. И ждут, когда станет теплее. Так, сейчас я добавлю другого зеленого, может быть, вот этого чуть-чуть тут такой вот на хвостик дадим. Лапки мы подкрасим. А животик сделаем таким вот желтеньким. Какой длинный крокодил. Так, какой у меня еще зеленый есть такой? Сейчас мы вот тут вот наморал. Захватил и наморал. Будет такой у нас полосатый крокодил. Вот так вот. Вот такой крокодил. Смотрите, у нас получился. Дайте-ка я ему глаза введу все-таки еще толстым фломастером. А то вот такой вот у нас крокодильчик получился. Думаю, на этом все. Всем спасибо. Можете дорисовать здесь берег или водичку. И ждите новых рисунков. Пока-пока.